Приветствую вас, друзья! Благодарю, что вы со мной, и большое вам спасибо за поддержку. Любая болезнь – это сущность, энергетическая сущность, которая питается нашими силами. И самое главное, я уже говорил, это не дать болезни прописку внутри себя. То есть не мириться с ней, не соглашаться. Вот кто бы и что вам ни говорил, там говорят, может быть, что это неизлечимо, что это навсегда, это хроническая болезнь. Никогда не соглашайтесь с этим. Потому что как только вы согласились, то есть эта болезнь, она укрепится еще сильнее. Конечно, таблетки, лекарства разные, они помогают избавиться от многих болезней, помогают излечиться. Но вот ни одно лекарство, ни одна таблетка не поможет вам укрепить ваш дух. Вот изменить ваше внутреннее состояние, укрепить его. А именно это важно вот для того, чтобы изгнать эту сущность, эту болезнь. Поэтому наряду с традиционным лечением делайте такую практику. Это очень сильно поможет. Это медитация на огонь. Но делать ее нужно вот таким особым образом. Два раза в день. То есть утром проснулись когда. Ну и вечером, незадолго до сна. Делайте так. Зажгите свечу. Вот, любая свеча подойдет. И нужно всмотреться в огонь. Суть в том, что огонь – это та стихия, которая и внутри нас тоже присутствует. Это наш внутренний огонь. Наш внутренний свет, наше тепло, которое мы излучаем. И вот когда этого тепла недостаточно, когда внутри недостаточно этой стихии, тогда там находится место для разных недугов, для хвори, для разных болезней. Так вот, эту стихию нужно усилить. Вот, глядя на огонь, начните ощущать огонь внутри себя. Вот, чувствовать свою внутреннюю стихию огня. Начните ощущать, что вы как будто, ну, сами превращаетесь в огонь. То есть, вы есть огонь. Что вы выжигаете вот эту тьму. А тьма – это любая болезнь, это просто тьма, чернота. Огонь – это свет, он изгоняет тьму. Так вот, просто ощущайте это. И закрепите это такими словами, вот таким заклинанием. Хворь – немощь, да всякая напасть. Пойди прочь огню в пасть, быть тому. И минуты 2-3, вот именно глядя на огонь, вот такие подобные ощущения. Делайте эту практику регулярно, и вы усилите вот свою внутреннюю стихию огня. У вас появится такой прилив сил, что это укрепит ваш иммунитет и поможет вам быстрее избавиться от любой болезни. Вот такая вот очень простая и эффективная практика. Еще, друзья, вот чтобы в жизни у вас все наладилось, ну абсолютно все вот во всех сферах, просто посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Очень простые вещи, но они помогут. Благодарю вас за внимание.